Расшифровка данных черного ящика, сбитого в Сирии Су-24, откладывается на неопределенный срок. Об этом заявили в российском Минобороны после вскрытия бортового самописца в присутствии международных наблюдателей. Существующими методиками с использованием штатного оборудования завода-изготовителя-измеритель Межгосударственного авиационного комитета восстановление и считывание полетной информации с микросхем в настоящий момент не представляется возможным из-за их внутренних повреждений. Комиссия по расследованию происшествия сейчас подыскивает научно-исследовательские институты, чье оборудование может считать информацию непосредственно с кристаллов микросхем. По словам экспертов, на все это понадобится время. Напомним, вскрытие черного ящика, сбитого на сирийско-турецкой границе Су-24, произошло в пятницу. Москва надеялась, что данные бортового самописца докажут ее правоту в споре с Анкарой. Турция настаивает на том, что самолет был сбит в ее воздушном пространстве после неоднократных предупреждений о нарушении. В России считают, что турецкий истребитель атаковал бомбардировщик на территории Сирии и требуют официальных извинений и компенсации. Свою позицию Москва подкрепила санкциями в отношении турецких товаров и сворачиванием экономического сотрудничества.